Приветствую вас. И давайте для начала с вами подумаем так. Прежде чем спрашивать у мужчины о серьезности его отношения к вам, давайте подумаем, почему вы стали отдаляться. Почему вы стали ссориться. С какого момента это началось и какое обстоятельство повлияло на данный факт. Дальше. Ссоры, если они у вас происходят достаточно часто, являются следствием, как правило, одной или двух причин, одного или двух конфликтов, которые не были своевременно выявлены, своевременно решены, и в результате чего получилось недопонимание, что и начало приводить к конфликту, к ссорам. Проблема. И вот для начала постарайтесь проанализировать, что могло повлиять на изменение ваших отношений. Что могло стать причиной того, что они стали хуже, они изменились. После этого вероятные проблемы обговорить с парнем, мотивируя тем, что вы не хотите постоянно ссориться, что вы хотите гармонии, мира, тепла, заботы, ласки, любви и прочее. И если мужчина не захочет решать с вами проблемы, которые вы ему обрисуете, причем с первого раза он точно не захочет этого делать, тут нужно несколько раз попробовать. И если на все эти разы, скажем, 3-4 раза, он будет давать вам отказ, нежелание обсуждать, то тогда, в этом случае, вам и нужно будет задать ему вопрос. Дорогой, вот ты не хочешь решать проблему, ты не хочешь как-то решать конфликт, развивать наши отношения, защищать их, беречь и прочее. Скажи мне, а ты вообще этими отношениями дорожишь? Ты мной дорожишь, если ты не хочешь ничего менять? Тогда этот вопрос будет уместен, и смотреться он будет более серьезным для мужчины и может заставить его задуматься о будущем ваших отношений и действительно понять, осознать, что он может вас потерять. И вот этот страх, нежелание вас потерять и приведет к тому, что мужчина сядет за стол переговоров и начнет с вами общаться на тему того, что же его беспокоит и что же толкает на конфликт с вами. На этом все, надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А пока желаю вам всего доброго.